Гадир Хом – день совершенствования религии. Поздравляем всех мусульман мира с праздником Гадир Хом. Праздник среди разных народов означает возрождение обычаев и традиций, вторичного заключения союза и напоминание о судьбоносных датах. После того, как Божий пророк во время последнего хаджа в районе Гадир Хом провозгласил его светлость имам Али своим преемником, в честь этого дня была устроена церемония. Жизнерадостность была написана на лице пророка. Он говорил другим: «Поздравляйте меня». Это выражение Божий пророк не произносил ни в одной из своих побед на поле сражения. В это время раздался возглас «Хвала Али! Хвала Али!» и стихи Хасан ибн Табета и еще одного из соратников пророка по имени Муслим ибн Ибада Ансари вызвали волну радости и восторга среди народа. Традиция празднования Дня Гадир Хом все время существовала в истории, несмотря на взлеты и падения. Мы также отмечаем этот день и по этому случаю поздравляем всех мусульман мира. По выражению имама Резы, да будет мир с ним, слава Аллаху, что поставил нас в один разряд с поклонниками вилаята Али. Сегодня день форума и извлечения пользы из благ Гадир Хома. Имам Садык, да будет мир с ним, приветствует своих друзей и молит Аллаха ниспослать свою милость рабам, которые в этот день собираются и беседуют об видении и образе жизни членов семейства пророка.